эту власть! Домой эту власть! Россия без Путина! 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 Я за Путина, я прошу! Слава русским патриотам! Путин прав народа! Давай, братцы, народа! Слава русским патриотам! Россия без Путина! 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 Наша Родина СССР! Наша Родина СССР! Домой эту власть! Домой эту власть! Домой эту власть! Революция! Революция! Все, отходим. Все, отходим, отходим. Да, сегодня власть показала свою полицейскую, фашистскую сущность. Они показывают каждый день. Как не фашист в чистом виде? Убедительная просьба не создавать поместья для прохода граждан России. Да какая же Конституция? Какой день России? Вообще, вообще-то в России сейчас всех судят и сажают по 282-й антирусской статье. В общем, и по этой статье сейчас антирусской. Убедительная просьба разойтись из России, помогите для прохода граждан. Помогите прохода граждан из метро. Вообще-то говоря, я понимаю, что... А что, стоять, что ли, нельзя, да? Ну а что вы тогда? Убедительная просьба создавать проходы для прохода граждан. О, а это вы, граждане, вы полицаи, вообще-то говоря. И вы уже суть свою показали. Не скапливаемся. Праздником Троицы вас уважаемый, счастья вам, удачи. Вообще-то говоря, вы показали свою полицейскую сущность. Расходимся. Защищая полицейское режим. Расходимся, не скапливаемся. Только и чего.